Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Начнем с выполнения ежедневных заданий. Так, мы с вами остановились на зэке. И нам нужно с вами прокачать полный заряд. Так, 10 наушников нам нужно еще с вами найти. Так, 9 уже. Опять эта зеленая колба, чтоб ее, а. Как она меня достала? Постоянно лезет, а? Дайте мне наушники, пожалуйста. Не надо мне вашей колбы. Можете ее забрать к себе. Но нет, не хотят они мне давать, к сожалению. Выпали наушнички, слава богу. Давай, наверное, вот здесь попробуем с тобой О! Уже хорошо. Отлично, я тебе скажу. Там 10 штук нам нужно было, да? Слушай, по-моему, уже в разы меньше. Смотри, как поперло-то, а? Опять колба зеленая. Так, подожди, давай-ка мы с тобой посмотрим, сколько нам еще нужно. Еще 4 наушника надо найти. Так, это, кстати, не так уж и много. По нашим меркам, давай-ка мы с тобой продолжим искать. Всего 4 штуки. Всего 4 штуки наушников и... Подожди, не надо мне вот этого делать. Опять нам не фартит. Опять эта колба начинает выпадать. Что ж ты будешь делать, а? Ну серьезно, что ли? Вот. Так, еще трое. Двое наушников. Но последние наушники находим. Мутаген. Есть. Да, ребята, мы нашли с вами и прокачиваем. Прокачиваем с вами полный заряд до 6-й ступени. Отлично, просто найс. Теперь мы с вами будем приступать прокачивать нашего Бакстера Стокмана. А подожди-ка, серьезно, у нас больше никого не надо прокачивать? Так, здесь все прокачано. Здесь тоже. У нас все должно быть до 6-й ступени. На 7-ю ступень нам нужно... ну да, вот смотрите, у Лео здесь. Так им и надо, все-таки до 7-й ступени прокачано. И это уже круто, на самом деле. Ладно, Бакстер Стокман, что? А, у тебя все прокачано? Железноголовый тоже? Ну что же, Рокзарчик, тогда добро пожаловать на прокачку. Так, и что же нам в первую очередь ему прокачать? А в принципе, вот этот вот когти на голову, очень хороший удар. Очень хороший. Возможность постепенный урон, да, ну он называется здесь отложенный урон. Повесить на 3 хода. Представляешь, на 3 хода. Для этого нам нужно всего ничего. Найти одну коробку с инструментами. Мы уже ее нашли. И ко всему прочему нам нужно найти 4 вот эти вот 4 штуки очков. Ну-ка давай попробуем сейчас вытащить. Вдруг фартанет, вдруг нам повезет. Я смотрю, ребята, за нашими телепортами, они у нас таят просто на глазах, если честно. Так, одни нашел. Все, пицца закончилась. К сожалению, закончилась пицца. Ладно, в общем, Рокзарчик у нас будет следующим, кто будет поднимать себе, как говорится, скилл. Давай мы здесь разбомбим. Ну, как вы знаете, делать нам, в принципе, до следующей недели здесь нечего. Но я решил поиграть в аренку, немножечко подняться, да, по рейтингу. Ну и заодно записать, может быть, вам будет интересно. Хотя, наверное, вам уже приелось это все смотреть, потому что ничего тут нового такого нету. Но, тем не менее, кто не захочет, тот и не будет смотреть. А я запишу, все равно я буду играть, понимаешь, все равно. Поэтому, как бы, решать тебе. Стоит смотреть, ох ты. Так, это что? Нет. Я, конечно, все понимаю, это пассивка, да, всегда готов. Но все-таки я буду прокачивать Рокзарчика, чтобы все у меня шли по порядочку. Так, давай мы заберем здесь с тобой реворд и поднять уровень персонажа. Уровень персонажа кому мы с тобой будем поднимать? Давай-ка приценимся. Давай вот здесь, а, тут аж 2 навыка можно прокачать. У Бакстера Мухи есть излишки, мы их поменяем. У кого еще? А, у Хана есть излишки по ДНК. Я, кстати, немножко начал уже, ребята, играть. Одну битву здесь, так сказать, сделал. Ну, конечно же, не без помощи Леонардо. Но это ни о чем не говорит.
Это ни о чем абсолютно нам не говорит. Да что ж такое-то? Вот. 105 сюриков заработали. Здесь 35 сюрикенов. Нам, кстати, можно будет заглянуть в магазин и посмотреть, кого мы можем приобрести. Так, а что если я, например, Донателло Космос прокачаю? До какого? До 40-го. Как всегда, чуть-чуть не хватило, но ничего страшного. Так, забираем остатки роскоши. Сколько у нас? 7000 сюрикенов, да? Зайдем в магазин, глянем. Вот, смотри. 5 ДНК на Рафаэля фильм. Конечно же, будем приобретать. С превеликим удовольствием. Так, у нас, ох ты, 90 ПВП монет. И я хочу, а что же мы с вами? По-моему, Дони Космос мы собирались с вами получить. Поэтому тратим на него. 65 ДНК, нужно еще 15 штук. И все, и он у нас прапается. По жетонам. Ну, по жетонам, как всегда, у нас все кисло. 465, этого вообще ни на что не хватит. Окей. Так, задание выполнили. Ну что, о, у нас тут мутаген, кстати, разыгрывается. Ну ладно. Заходим с тобой на турнирную арену и смотрим. Мы в данный момент в Лиге Сёгунов. 3 звезды, ранг 43. Так, Лёша, Екатерина и Жуана. Ну, я думаю, что мы с тобой, наверное, будем брать Екатерину. Тихо, Рафаэль, не спеши, родной. Тут, видишь, взрослые дяденьки, типа Лео, хотят поиграть. Берем с тобой морозильную кошку, Шредера, Микеланджело. Но это еще не все. Это еще не все. Мы с тобой возьмем нашего родного зэка. Конечно же, бомбочка, вертушка, и все лежат на повал. Главное, чтобы все у нас получилось, и никто не пасанул. Так, поехали. Ну-ка посмотрим, сколько урона нанесем, во-первых. Ну так, так себе. Сейчас главное, чтобы Лео нас не подвел. В принципе, он никогда не подводит. Ой, тё-тё-тё-тё, тихо-тихо-тихо. Подожди, кого нам... Попробуем вот этого. Понимаешь, он сильный, если он сейчас звезданет. Ну, наверное, он уже никого не звезданет. Ой, тихонько, подожди. Давай комочком в него, пожалуйста. Комочком снежным. Бумс, да, бесполезно. Ну, Зе хорошо, что добивает. Ну что же, первая каточка довольно хорошо прошла. Нам нужно с вами обязательно вернуться в мастера. Как-то повыситься. Откатов у нас мало, не хватит. Опять эти соседи там начали сверлякать что-то. Надеюсь, этот шум вам не мешает. Так, ну-ка посмотрим. 32-й ранг. Давай посмотрим, что у нас здесь дадут. Джонатан, Махмед и Дилан. Если смотреть по кубкам, абсолютно все одинаковые. Давай, наверное, возьмем с тобой во Махмед. Потому что у него кубки одинаковые, а по уровню он слабее. Поэтому я могу здесь отыграть вот этих вот персонажей своих, да? Кстати, мы можем же еще на... А на кого еще, кстати? А, на Ксивера Монтеса, да? На Джастина и на Ксивера Монтеса мы можем искать ДНК. Так, тут у нас 58-й. Ну, в принципе, я могу что сказать тебе? Возьму сюда, наверное, Усаги и, ко всему прочему, возьму Рокзара. Почему именно Усаги? Потому что мне нужна массовая атака. Причем довольно сильная. И Усаги здесь как раз должен нам хорошо помочь. Плюс еще с постепенным уроном. Главное уничтожить Кирби, чтобы он не сделал свой отхил. Противный отхил. Он уже ничего не сделает, а мы с вами... Слушай, здесь надо, наверное, в провокацию вставать. Потому что серьезная обстановка, смотри. Отлично. Махман упал от постепенного урона. Это что-то новенькое. Так, ну что, Майки, пора тебе... Ай-яй-яй, слабенько. Так. Джастин, молодец. Со второй атаки он все-таки забомбил Майки, и мы с вами продвигаемся дальше. Ну, вряд ли мы, конечно, попадем с собой в мастера сейчас, в данный момент. Хотя хотелось бы. Ну что там за 3 часа прогрузка-то идет, ё-моё. Аж утомили. Так, давай глядеть. Давай 15-ю позицию. 20-ю, а чё 20-ю-то? Чё так кисло-то? 7 откатов у нас пока еще есть. Амин, ноунейм, Влад. Придется брать ноунейма, потому что здесь 22 кубка. Это определенно наш клиент. Да что же вы все лезете-то?
Слушай, ну тут особо сильно не разгуляешься, поэтому давай, наверное, аккуратненько здесь сыграем с тобой. У нас Кирби здесь плюс муха, и вместе с ними у нас пойдет... Подожди, Армагона я не буду брать. Вот, Бакстер Стокман, это уже стопроцентная будет добивочка, чтобы инициативу нам не перебили. Ну ты сам понимаешь, да, Тигр, муха, этот Кирби, это вообще ни о чем. Вертушку. Поехали, сейчас посмотрим, сколько мы нанесем урона. О, тихо, Лео. Ладно, это хорошо, что он сделал. Хорошо, что они сейчас в данный момент на моего... Блин, да хорош бафать еще, Сплинтер. Ну, запускаем волну, и они должны все упасть. В плане. Не все, а если так сделаем? Хм, живут. Живчики, оказывается, они, да? Ну, да ладно. Нет, только не это. Твою же маковку, давай срочно захиливаться. Я другого варианта пока не вижу. И бомбим. Слушай, я на самом деле думал, что постепенно урон, по крайней мере, сможет их ушатать. Но, видишь, ничего подобного. А почему? Такой слабый? Ну, не знаю. Ладно, друзья, главное, что здесь мы с вами выиграли. У нас была 20-я позиция. И надеюсь, сейчас мы перелетим с тобой. Ну, может быть, на 12-ю. Давай 12-ю. О, 9-ю, окей. Это меня устраивает. Михаил Келли Дугар. Так, ну что, возьмем, наверное, Михаила. Да? Или Дугара? Нет, лучше Дугара, потому что он будет послабее маленько. Лео, Лео, давай, возвращайся. Нечего там расслабляться. Так, Железноголова, ты пока отдохнешь. Беру Сплинтера, Ваню, Тимми. И возьмем, наверное, сюда Железноголова. Сейчас у нас идет с тобой практически на равных команды, да? Ну, не считая, конечно же, опять Леонардо. Так, у него тут неплохая комбинация, в принципе, стоит. А ну-ка. Ага. Слабое звено сразу у нас упало. Мы его увидели. Иммунитет повесил? Зачем он тебе здесь нужен? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Майки делает. Повышает, кстати, тем самым он тихо, а я их добиваю, судя по всему. Отличненько у нас получилось. Кстати, сегодня будет серия, наверное, коротенькая, потому что, ну что нам здесь делать? Мы с вами пройдем арену. Испытания у нас с вами все пройдены, поэтому туда суваться не стоит. Единственное, что, может быть, попробуйте платиновые прогуляться еще маленько, рискнуть, как говорится. 99-я позиция, мы с вами в мастере уже. И продолжаем. Дамиан, Леон и Димка. Ну, я думаю, что здесь ясное дело, да, мы будем бомбить Дамиана. Именно Дамиана. Отыгрываем последних наших персонажей. 85, 82, 60. Ну, я думаю, что в принципе... Подожди, в принципе. А зачем? Майки у нас... Майки же ничего такого сильного здесь сделать не сможет. Только лишь Рафаэль. Ладно, начнем тогда с уклонения. Надеюсь, нам это как-то поможет. Теперь бросаем кунай. Хиллер есть у них? У них есть хиллер. Это Бибоп, который, естественно, будет хилять. Так что я не буду сейчас пока тратить суператаки. Берем провокацию на нашего Рафаэля. Я надеюсь, он выстоит. У нас хила с вами нет, поэтому нужно быть предельно аккуратным. Слушай, ну неплохо. Так, ну ты уже трупец. Кто дальше? Донни, да? Так, ну ему тоже пол хп снимем. А этот... О, зря ты, парнишка, так сделал, зря. Теперь давай бомбим с гранатомета. Ух, минус 2. Хилочку я врубать не буду, просто мы с тобой, наверное, уничтожим вот этого вот бибопчика. И Рокстеди, ну ты зря так сделал, парень. Просто подписал себе смертный приговор. В общем, вы сами все прекрасно поняли, мы прошли довольно идеально. Одного Рафаэля было достаточно, чтобы никто не выжил. И то благодаря тому, что они не стали делать свои массовые атаки. Хотя у коих их было мало. Только лишь Рокстеди, по-моему, мог применить. Хотя нет, Донателло тоже мог бомбануть своими сюриками. Этот мог выпустить дрона. Короче, тут достаточно было урона массового, если бы они, конечно, стали это все применять. Ну что же, Лига Мастеров. Продолжаем с вами бой. У нас еще 5 откатов. И берем мы с вами здесь Наталью. Да, возьмем Наталью. Лео, возвращайся. Подожди-ка, Зэк, подожди-ка. Мы, наверное, попробуем вот этих ребятулек. Подожди-ка, а если мы с тобой сделаем вообще вот так вот? Раз и два.
Рискованно, согласись. Причем конкретный риск. Стоит только Майки сделать вертушку, сделать на уклонение свой скилл, и мы здесь профукаем с тобой. Все зависит от нашего Лео. Если он уложит его сразу баньки, да. И он уложил баньки Майки, и мы с вами добиваем этого Донателло Космос. На самом деле очень даже хорошо получилось. Я не ожидал. Даже Крис Брэдфорд не успел ничего сделать, хотя я думал, нам придется делать проникающий удар. Но все отлично. Двигаемся с вами далее и будем доигрывать. А доигрывать я хочу, знаешь, кем? Я хочу взять Лео и хочу взять Зека. И вместе с ними взять каких-нибудь слабеньких наших персонажей. И по уровню мне подходит, в принципе, здесь Артурчик. Так, ну что, Лео, давай иди сюда. Зек тоже... Подожди, у нас там кто еще? А, вот еще кто у нас остался здесь. Ну тогда да, тогда это получается у нас с вами последний бой на сегодня. Именно я имею в виду на арене. Так, ну что? Поехали. Вначале бомбочка. Теперь вертушечка. Кто-то упадет. Кто-то упал. Крик души от карайки змеи. Ты посмотри, какой я жук. Не хочет сдаваться. На-ка! Ха-ха! Упал, отжался. Ну, в общем, с ареной на сегодня у нас покончено. Сейчас мы посмотрим только, на какую позицию мы переместились, чтобы нам приблизительно рассчитать, к следующей серии мы опять улетим в эти сёгуны или все-таки останемся в мастерах. Слушай, мы, скорее всего, останемся в мастерах. Скорее всего. Но это не точно. Так, в магазине у нас пусто, выросла капуста. Давай посмотрим, что у нас здесь. Меняем. Меняем, конечно же. И вроде бы все. Давай-ка посмотрим по испытаниям. Нет, можно, конечно, пойти мутаген набивать, но не хочу. У нас с тобой есть сыр. У нас с тобой есть желание. Но у нас с тобой нет ресурсов, да? 90-е уровни, блин. Горелый. Блин, горелый. И я этот, блин, хочу попробовать. Это экстрим. Друзья мои, это экстрим. Сейчас, что вы видите. По-другому это не назвать. Эй, давай, попробуем. Это испытание веры. Веры и силы. Сейчас начнется тут. Оу, а, ну это майки, все, я понял. Это полтинник, 50 уровень. А ну-ка, шух. Слушай, неплохо. Лео неплохо здесь. Рафик тоже неплохо, не дает, как говорится, слабины. Переходим на вторую волну, и там у нас кто? Вот, вот здесь, вот здесь уже будет жестко, поверь мне. Хиляться я пока не буду, и начнем. Блин, тут два провокатора, ты понимаешь? Два. У-ху. Это что, был удар? Это была атака? Есть! Так, саблезуб. Ну, слушай, вот Бакстер Стокман сейчас зарядит по полной... Упс, промах... Хорошо, что он промахивается. Я, наверное, знаешь, что сделаю? Я, наверное... Я вообще-то не это хотел сделать, если честно. Я хотел сделать атаку повышенную. Ты посмотри, они понизили нам с тобой атаку. Вообще конкретно. О, да у меня урона вообще никакого нету. Понимаешь? Пхе. Сейчас что-то будет. Сейчас что-то будет противное, злое. Ты посмотри, что происходит, а? Блин, нам нужно его... Ё-моё, он еще и защиту повесил. Офигеть. Ну давай хиляться тогда уж. Давай хильнемся. И... Блин, волна. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Постепеночка на нас повесилась, и это плохо. А он сейчас еще есть маузеров своих вызовет. Вот это будет жесть. Так, встаю я в провокацию, короче. Так, отдавай ему. Блин, а подожди, а почему мы не можем попасть? У них уклонения вроде бы никакого я не вижу. Ну, защита, да. Ох! Вот это он впечатал. Вот это он впечатал сейчас мне, а. Так, блин. Вот ненавижу, когда провокаторы, а. И хилка нам нужна, на самом деле. Ты достал уже, ё-моё, еще и контратаку повесил. Ты посмотри. Ой, по-моему, друзья мои, мы Рафаэля сейчас потеряем. Да.
Прикинь, как меня здесь распечатали. Просто моментально. Как-то все пошло не так. И все из-за вот этих вот вшивых провокаторов. Вот поверь мне. Все из-за них. Блин, может переиграть, попробовать все-таки наказать их. В принципе, это реально. Поверь мне. Да. Слушай, дай-ка я попробую еще разочек. Я просто не так немножко сделал. Надо было, мне кажется, все-таки убирать в первую очередь эти Бакстера Стокмана. Может быть, конечно, я заблуждаюсь. Но, тем не менее, я хочу попробовать. Поехали. Поехали. И еще, как говорится, разок. И Майки тоже, конечно, в первом бою наказали. Тоже не есть хорошо, если честно. Так, ну что, вешаем уклонение. Погнали. Так, массовые атаки я, наверное, здесь тратить не буду. Ну, Майки вообще здесь даже пикнуть не успел, как его тут разобрали. Массовые атаки нам пригодятся с вами. Опа, пока у нас тут уклонение стоит, мы можем себе позволить, да? Подурачиться. Так. Сделаем вот так вот. Усиление атаки. Теперь будем потихоньку их разбирать. Ну-ка. Неплохо так засандалил. Это у нас провокатор, да? Попал? Что-то новенькое. Как-то умудрился попасть-то. Так, тут мажет. Падает. Ну, Донни, не забывайте, 71 уровня. Так что ему, как говорится, не зазорно здесь получить люлей. Отлично. Все, переходим теперь на вторую волну. И вот они, эти гаврюши. Теперь надо нам врубать с тобой что? Да все, в принципе, тут нужно врубать. Свои массовые атаки, все самые сильные пробивные удары, чтобы нам... Как ты так сделал, упырь? Сейчас еще Донателло потеряем. Ну... Да... Твою же налево, ну что за бред? Ребят, ну не получилось, как ты видишь. Почему-то не сработал мой фокус. Как они мощно бомбят, а? Еще и когти, еще и урон постепенно. Да. Ну что мне этот хил даст? Что он мне даст? Ничего. Так что же вы такие жесткие-то, а? Этот сейчас, да, выпускает. А, бомбочки. Слушай, ребят, по-моему, ну не выходит у меня, к сожалению. Выиграть здесь я пытался, я старался. Нифига, инициативы у них тут до жопы. Вы это прекрасно сами видите. Еще промахнулся, потому что меткости нету. Сейчас маузер у нас распишут. Да, ну я пытался, я пытался. Кстати, в этот раз, по-моему, я сыграл хуже, чем в первый, если честно. Да. Что-то взгрустнулось мне маленько. Но, тем не менее, я попытался. Я захотел, я попробовал. Но не получилось, что мне теперь делать. Не получилось и не получилось. Так, здесь у нас с вами все норм. Ну, тут, понятно, тут тоже суваться не стоит. Так, подожди, этот у нас уровень. Вот этот я хотел глянуть. А-а-а, понятно. Не хватает пиццы. Не хватает пиццы у нас. А сюда, сюда нам тоже, наверное, да, с вами? 80-е уровни. Поехали. Рискуем, друзья мои, очень сильно рискуем. Ну, а вдруг, а мало ли, как говорится. Мне просто охота, ну, надо же что-то, да, поиграть. Какие-то, поиспытывать себя. Посмотреть всю силу. Сейчас мы увидим всю силу, вот тебе. Пожалуйста, начинаем играть. И все, уже уже команда разобрана. У нас здесь нету хиллера, понимаешь, все. Рокзара сейчас похоронят, по ходу дела. Зашибись. А с какого перепуга у них такая инициатива офигенная, а? Вот скажи-ка мне, на милость. С какого, блин, перепуга? На, получите, блин, распишитесь. Упыри ханорики. На, Донни труп. Этого сейчас тоже распишу. Я психанул, все. На-ка, промахнулся. Ваня, ты серьезно, что ли? Все, я понял, короче. Что от вас толку ноль просто здесь. И это 6 волн. Да. Ну, 6 волн, ребята, все, тут песенка наша спета, тут никто не выживет, понимаешь? Сейчас начнется разбор, минус Рокзар, минус
Крис. Захотел проверить. Проверил, посмотрел, убедился, что здесь мне делать нечего. Угу. Так, защита. Ну, все, ребят, тут фиаско громкое. Ну, у тебя же, гад, меткость понижена, но он промах... О, усиляет команду, естественно. Сейчас меня тут и распишут, да? Тю. И это сейчас, наверное, дополнительная... А, он еще хиляет. Я думал, сейчас будет бомбить, у него как раз дополнительная атака там появилась. Я думал, сейчас пропишет меня. Ответка, и все. Да, друзья, хочешь не хочешь, а... Ну, проигрываю я, не могу. Значит, действительно, остается только у меня до конца недели. У нас сегодня суббота, завтра воскресенье. Да, до конца недели просто бомбить арену. Больше я ничего не смогу вывести. Не хватает силенок, к сожалению. Черепашки слабоваты оказываются. Ну что, друзья мои, тогда на этой ноте будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!